что семья Люмо приняла нашу семью. Нам вместе посчастливилось принять участие во множестве проектов коллектива. Начнем с того, что солистка Люмо Юлия Шевченко была моим преподавателем в университете. И вместе с женой мы побывали на гастролях в Китае. И не только. В 2018 году коллектив представлял культуру России на Олимпиаде в Пьончхане. Эти впечатления остались на всю жизнь. Было все необычно, весело, ярко, вот так.
Ризика, что ты пытаешь, что за четко? Мы находимся с вами в самом настоящем снежном городке, в самом центре города Пьончхана, Южная Корея. Snow, 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 snow. Это кит большой. Я нахожусь в царстве снега. Круто. Спасибо, все сделано как будто из стекла. Вот такой гигантский дракон. И это все можно покушать, выпить кофе в этом Ice Cafe. Да? Welcome to Ice Cafe. Присаживайтесь за столик. Присаживайтесь за столик. Присаживайтесь. Да. Я не могу, мне уже яйца хрустят. Корейское молочко из риса. Это рис. А, до этого была специальная закваска. Специальная закваска. Теперь мы сюда кладем рис и заливаем водой. Вы приготовили макколи? Макколи. Макколи, чё-сё. Макколи, чё-сё. Хочешь макколи, сделай его. Сам. Мастер культуры пришел. О, where I from? Россия. Россия. Что ты делаешь? Макколи. Макколи. Макколи, какой соус? Какие макколи в индийском масле? How long time wait? One month? Yeah, after one month, around one month, and then you guys can drink. Mm-hmm. Это будет брожение, процесс идти, и через месяц мы можем выпить макколи. Ага, макколи. Макколи. Яйо. 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 Джин-джин. Птица вьется, а вокруг и весна снется.
батареи. Сейчас я присутствую на концерте настоящих корейских звезд. Это G-Dragon, Psy. Давно живет в будущем, что многие страны от нее очень сильно отстали. И этот павильон в Олимпийской, в Олимпик Плаза доказывает это еще. Натурально можно полететь на дроне. Ребенок уже боится. Это не звездное небо. Я еще себя не видел. Вот нас нарядили в корейский костюмчик. В общем-то, да. Очень интересно. Мы искали приключения на голову. А нашли наряды. Нет, почему? Мы нашли приключения по полной программе. Я не могу остановиться. Видите, какая я стильная принцесса? Пошли на чаек. А. Нет, это наши французы! Бонжур! Oui, bonjour! Bonjour! Привет из Франции! Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Para mí lo nuestro ya
canción nos vamos a despedir, no sé si sea. ¡Paxo! ¡Paxo! Un saludo para Rusia, los amamos, los queremos mucho. ¡Saludos! ¡I love you so much! Muy bonita experiencia, los quiero mucho. ¡I love you so much! ¡Rusia! Saludos a Rusia, un placer conocerlos. ¡I love you! Ahí nos llevan para allá un día hasta Rusia a trabajar. Queremos ir a Moscú, saludos a todas las familias. ¡Good luck for you! Наша любимая испанка, она не только поет, но и прекрасно готовит. О, это прекрасная испанская семья. What is your name? Lupe. Lupe. И Pablo. Pablo и Lupe. О, gracias. Lupe и Pablo. Lupe и Pablo. Rico. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Ah, jamón.